Если нарушается закон о конкуренции, это повод разобраться для ФАС. В Ульяновске прошла пресс-конференция по итогам работы антимонопольного органа за третий квартал уходящего года. Практика и сама жизнь показывает точность, законность и справедливость выводов наших специалистов по многим вопросам антимонопольного регулирования в Ульяновском регионе. Сегодня в области продолжается тенденция ухода от 44-го федерального закона. Это касается в первую очередь строительства и ремонта детских садов, проведения культурных и спортивных мероприятий. Причем, по словам руководителя ведомства, такой пагубной практики нет ни в одном другом регионе. Уже не хочется повторять про детские сады. 7 детских садов, которые были построены на федеральные средства, совершенно без торгов. Я говорю сейчас о тех общественных мероприятиях, культурных и спортивных, которые проводятся в 2018 году, без торгов. И самое интересное, ведь все эти мероприятия в 2017 году, в 2016, они проводились на основании аукционов. Вопросов к отдельным министерствам правительства и администрации города сегодня накопилось много. Только по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе Ульяновская УФА за 9 месяцев текущего года поступило 232 жалобы, 46 из которых признаны обоснованными. Проведено 8 неплановых и 2 плановые проверки. Возбуждено 165 дел. Выдано 132 постановления о наложении штрафа. Органы власти говорят, что мы за развитие малого бизнеса. И тут же организационно и технически закрывают им путь к доступным бюджетным средствам областного бюджета. Конечно, это не радует, потому что вот вчера там торги были, там предприятия малые участвовали. Сегодня правительство сказало, нет, мы не будем торги проводить по общественным культурным мероприятиям. Мы вот выбрали некоммерческую организацию, Ульяновский конгресс. Для получения субсидий автономная некоммерческая организация должна просуществовать год. В отношении УЛ-Конгресс это условие не было соблюдено, а миллионы были перечислены. Поэтому основной разбор полетов еще впереди. Другая долгоиграющая тема – это размещение нестационарных объектов. Другими словами, ларьков на газонах. Нас что удивило? Десяткам индивидуальных предпринимателей и малым предприятиям запрещают размещать на газонах киоски, говорят, что это противоречит правилам благоустройства Ульяновска, запрещают рядом с деревьями размещать, на газопроводах, а некоторым, пожалуйста, все разрешают. У нас вопрос, кто-нибудь будет наказан за это? Вопрос уже больше адресован к правоохранительным органам, с которыми, к слову, УФАС тесно сотрудничает. В конце мероприятия прозвучала еще одна тема – нарушение федерального закона о рекламе. Всего в третьем квартале 2018 года антимонопольным органам рассмотрено 15 дел, возбужденных по этой части. Вынесено 5 постановлений, которыми рекламодатели и рекламораспространители привлечены к административной ответственности. Многие дела будут продолжены уже в новом году. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».